Приготовим очень вкусное горячее блюдо картошка в беконе. Картофель очистить и отварить до готовности. Приготовим соус. Для этого понадобится 200 грамм сметаны, 3 столовые ложки майонеза, 30 грамм укропа, 2 зубчика чеснока. Все это перемешиваем. Соус готов. Приступаем к самому главному. Остывший картофель погружаем в миску с соусом и аккуратно перемешиваем. Далее каждую картошку заворачиваем в бекон, скрепляем всю зубочистку, ставим в форму. Оставшийся соус выкладываем на картофель. Посыпаем тертым твердым сыром и отправляем в разогретую духовку до 190 градусов на 15 минут. Вот что у нас получилось. Это очень вкусное, простое, в то же время оригинальное горячее блюдо.